Большое приключение Юли. Дорогая учительница, я, наверное, немного опоздаю на контрольный по математике. Дело в том, что случилось нечто невероятное. Ко мне обратился глава спецслужбы. Я им нужна для особой секретной миссии, чтобы найти пропавшего исследователя. Я сказала, что у меня контрольный по математике, но он говорит, что от меня зависит будущее страны. Дорогая учительница, оказалось, что исследователь застрял на вершине Эвереста. Мы его спасли. Исследователь рассказал мне о древней карте, спрятанной в египетских пустынях. Он очень сильно простудился и хочет, чтобы я отправилась на поиски карт. Я сказала ему, что мне нужно успеть на контрольном по математике, но это очень ответственное задание. Скорее всего, я опоздаю на несколько дней. Дорогая учительница, мы взяли на прокат мотороллер и сгоняли к пирамидам. Нас преследовали какие-то бандиты. Хорошо, что я отличный водитель, и мы от них удрали и спрятались на борту корабля. Дорогая учительница, мы нашли сокровище. Оно было спрятано за водопадом, а не на реке. Пес неправильно держал карту, когда мы по ней сверялись. Никогда не доверяйте собакам карт. Как только найдется подходящий транспорт, мы отправимся домой. Дорогая учительница, мы уже плыли домой, когда нас атаковали пираты. Пиратский король связал нас, украл нас сокровища и выбросил за борт. Хорошо, что мы с псом отлично плаваем. Я хочу вернуть сокровища, но из-за этого мне придется очень сильно опоздать в школу. Дорогая учительница, мы выяснили, куда направляются пираты, и собираемся взять на прокат самолет, чтобы перехватить их. Пожелайте нам удачи. Мы задержимся немного дольше, чем я предполагала. Но не беспокойтесь, учительница. Я очень хочу нагнать класс в учебе. Дорогая учительница, мы все еще преследуем пиратов, только теперь на Восточном экспрессе. Мы несколько раз чуть их не поймали, но им удалось от нас уйти. Не могу сказать, когда вернусь, но точно не скоро. Дорогая учительница, у меня для вас новости, плохая и хорошая. Мы наконец поймали пиратского короля, который пытался угнать ракету. А теперь плохая новость. Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в школу. Космическое агентство хочет, чтобы я отправилась в космос. Я пробуду на Луне 100 тысяч миллиардов лет. Я сказала им про контроль по математике, но они говорят, что будущее планеты важнее. Дорогие мама и папа, школьная поездка в зоопарк была очень здоровской. Там так хорошо, что я решила не возвращаться домой. Конец.